Удивительная штука, ребята, когда что-то начинаешь. Смотрите, я показывал, что машина была приобретена с вот такими повреждениями. Давайте я покажу, что на другой стороне. Вот, просто зверски. Вот так вот. По ходу дела колонку ставили. Но ту дверь я буду разбирать в любом случае. Вот, так как там колонки нету, по-моему. А, ну вот. Есть над чем поработать. Да. Здесь отлично все. Ну, в общем, давайте покажу, что томить-то. Так, ну вот. Смотрим внимательно. Смотрите, здесь дырки, да, как их заделать. Горелочку такую неплохую, конечно. Вот ее немножко разогреваю. Такого состояния, чтобы... Вот. И... Другим концом застывает опять. Вот. Вот здесь как эффект строителя тоже пригождается. Точнее, опыт, не эффект, а какой эффект. Ну во, поняли. Хер скажешь, что здесь что-то было. Не знаю, здесь вот почему, это, наверное, от сверчков. Здесь вот изоленту заклеили, но она сейчас торчала, я убрал ее. Ну, с первого раза видишь, не увидишь точнее. Здесь, ребята, будем делать, здесь. Есть, конечно, над чем поработать. Сейчас там дверь закрою. Как получается. Я думаю, видно. Получается, вы видите, а я не вижу. Да? Делать-то мне. Да?
Чего там делаете? А ну, держи, 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 Серег! Давай, 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 давай! Детки играют на гаражах, в лазе. Ладно, не будем. Алло, здравствуйте, это Автопекин, да? Я вот хотел поинтересоваться, купил Лифан Гебриум, Себриум, вот, и хотел бы сделать диагностику в вашем сервисе, знакомому порекомендовал. Это можно осуществить? Да, осмотр и уже, как сказать, если что-то нужно устранить и какие-то запчасти есть в наличии, вот, я просто купил его позавчера и поэтому хотел бы проверить. Вот про что. Ну, желательно бы сегодня, да, завтра в ГАИ, а то мне. Черемшанская, 126, да? Да, слушай, а еще скажите, а цена сколько будет за осмотр? 300 рублей, да? Так, Черемшанская, 117. А, 126. Все хорошо. Ну, я вот не прям сейчас, а в течение там 2 часов. Нормально? Все, давайте, до свидания. Это кто? Это Автопекин. Алло. Алло. Да-да. Не понял. Себриум, да, Себриум, 720-й. Марат, третий бокс, да? Все хорошо, спасибо, спасибо. Ну что, ребята, сейчас еду в автосервис, уже вот договорился, созвонился. Посмотрим, какое состояние у меня снизу и по ходовой части, и что нужно заменить. Вот вчера, кстати, да, вот я заметил то, что ручной тормоз плохо держит, пытался подтянуть его, но вот так как колодкам там все уже, вот поэтому, скорее всего, наверное, придется заказывать. Ну, поехали. Так, вот первый завод, когда вот, не то что первый, наверное, вообще, какое-то дребезжание. Так, ну что, приехали в сервис. Вот он, по-моему. Эти балки, четвертые балки, блядь. Пойдем. Так, 100, 200, 300. 4. Thank you.
занимается, да? Надо туда зажать. О, Маратова, да? Да-да. Здравствуйте. Звонили вот с автопекина, должен приехать. Я приехал. Да. Алифан Кедров. Там что нам сделать? Мне посмотреть. От... Да, я купил да. машину и смотреть надо. Глушите? Да. Ну, вот, вот я слышал, да, то что-то. Что там за плохо вообще? Вот приехал, так сказать, забрать. Вот не факт, да, не стремился. Сейчас мы все ручной кладезь отдельные же колодки, да? Нет, они все вместе? Да. Слушай, я вчера вот ее подтянул, ручника не было. Вот почти там уже напоследок, как, наверное, сменять надо. Там даже шайбу добавил. А что, у тебя такой звук и будет, тебя просто отдали туда же, все вот обратно. Да? У тебя обман стоит. Мой нормальный звук. Саша, вот немножко чувствуешь, как будто это вонище вот это. Стоишь? Выхлопнув газ, если... Не с этой херни. Сейчас заведешь вот эти дни. Так, и тягу рулевую тяну дни. Их в комплекте или одну можно? Ну, включи все вот это левое. Ну, на чем?
Сейчас я отпущу. Не надо больше. Глушить? Да. Сколько у вас будет заказывать, наверное, у ребят, наверное? Да, ну, пойдем. Вы напишите, да? Может, вообще? Нет, ничего не нужно. Ну, она вроде свежая. Там Лифановский Вильк. Да? Лифановский Вильк. Короче, там Грэм или Сэк? Сэк. 128 готов. Так, и вы, наверное, свой телефончик тоже, да? Я как запчасти подкуплю, да и позвоню сразу по времени. Так,
Колодки задние, да. Рамиль, давайте перезвоним чуть попозже. Восемьдесят девять. Автомобиль привыкнуть нужно сначала, после автомата. Да, вот я думал, может, в жопу туда заехать. Всего доброго. Ребята, работа в районе по замене там тормозных колодок, потом антифриз, и стоит в районе 6-3 тысяч рублей. Посмотрим, теперь поедем за